Наступил Новый год, но в баскетболе все по-старому, все так же ярко. Самые горячие моменты игровой недели по версии FunBet. Поехали! Чем больше соперников, тем веселее. Это девиз Майка Джеймса. Защитник ЦСКА пошел в фирменный проход, перевесил Йонаса Жеребко и набрал сложные 2 очка. В матче с Автодором Уникс совершил сумасшедший камбэк, отыграв 20 очков. Точку в матче поставил Джамар Смит. Эта бомба пришлась прямо в цель. Вау! Зеленогора уничтожила Калев. Джо Томасон приложил руку к разгрому. Быстрый пас, и Томасон вышел на кольцо соперника. Эффектный данк одной рукой. Простые 2 очка, но как эффектно. Матч с Автодором стал для Алекса Тайоса лучшим в карьере в Единой лиге ВТБ. А этот блокшот американского центрового Айзея Хиксу – вишенка на торте. Только не в моем доме. Автодор мощно ворвался в 20-й год. Быстрая комбинация. Айзея Хикс уже колотит сверху. Защита у Никса разошлась по швам. Сопротивление бесполезно. Химки разгромили ЦСКА. Главный матч зимы уже состоялся. Алексей Швед нашел под кольцом Дэвина Букера. Американец показал всю свою мощь. Данк одной рукой в гордом одиночестве. Матеуш Понитко не знает жалости. Форвард «Зенита» танком пошел на кольцо соперника. На пути встал Андрей Стабровский. Но лучше бы этого не делал. Шикарный постер-данк. Дрю Гордон ударно завершил матч против Калева. Пик-н-ролл, и американец снова оказался в привычной стихии. Мощнейший данк после передачи Джо Томасона. «Зенит» включил прессинг и заставил Смоки Минск ошибиться. Это один из 7 перехватов Алекса Ренфро. Второй лучший результат в истории лиги. Ренфро забил сверху через Роберта Лоури. Никакой пощады. И автором лучшего момента недели становится Элджин Кук. Форвард Автодора — настоящая машина, отыграл без замен весь матч. И как отыграл? В этом эпизоде легко ушел от опекуна и вколотил сверху сопротивлением. Невероятно!